Баскетбол – это игра, доставляющая нам радость. Но ни один баскетболист не достигнет совершенства, если не изучит основы техники игры. Верьте в себя. Ставьте высокую цель. Стремитесь стать самым лучшим. Тренируйтесь, тренируйтесь и тренируйтесь. Когда на площадке команды СССР и США, всегда есть чему поучиться. Какую бы команду ни выставляли родоначальники баскетбола, там всегда есть хорошие игроки. А титулы советских спортсменов, чемпионов мира, говорят сами за себя. Итак, мяч в игре. Но стойте, никогда не начинайте игру не разогревшись. Посмотрите, как это делают американцы. Как бы ни был важен бросок, никогда не концентрируйтесь исключительно на этом упражнении. Поэтому в начале разминка. Это поможет вам привести в боевую готовность специфические для баскетболистов группы мышц. Сосредоточьтесь на этих упражнениях. Следуйте указаниям тренера. Бросок в движении – первый, который следует изучать баскетболисту. Прыгайте на ноге в противоположный...
площадку. Эти элементы легче всего разобрать в игровых ситуациях. Если игрок стоит на площадке, значит его команда играет в меньшинстве. Только постоянно перемещаясь, баскетболист может занять выгодную позицию. Но просто перемещаться мало, это надо делать правильно. Главное это работа ног. Никогда не перемещайтесь на прямых ногах, они должны быть полусогнуты. Шаги должны быть либо приставные, либо беговые. Избегайте скрестных шагов, они ухудшают контроль над центром тяжести, что, в свою очередь, не позволяет изменить скорость перемещений или направление движения. Шире используйте финты. Рваный ритм перемещений, изменение направления движения. Последите за действиями игрока под номером 9, как он в условиях насыщенной обороны освобождается от опеки защитника. Передача – самый надежный и наиболее эффективный способ продвижения к корзине соперника. Успех зависит от владения пасующим передачей для любой ситуации и его способности сделать пас, когда это необходимо. Хороший распасовщик приносит громадную пользу команде. Существует много типов пасов. Передача двумя руками от груди в основном применяется при розыгрыше мяча. Она точна, но недостаточно неожиданно для соперника. Требует большого количества подготовительных действий. Начинается одновременным разгибанием рук и заканчивается движением кисти и пальцев. Отдавайте и принимайте мяч только пальцами. Следите за полетом мяча до конца. Это поможет точности. Передачу двумя руками от головы можете применять как при розыгрыше мяча, так и при передаче центровому. Направляйте мяч лишь движением кистей и пальцев. Мяч следует передавать почти по прямой. Избегайте высоких траекторий. Это позволит сопернику применить контрдействие. Передача одной рукой от плеча наиболее часто применяется в игре. Она точна и быстра одновременно. Следите за работой кисти при ее применении. Помните о пальцах. Это относится ко всем видам передач. Помните о партнере. Пас делайте в удобную для приема зону. Наиболее ценны голевые передачи. Они почти всегда выполняются в движении. Решение принимается в доли секунд, а это требует высокой координации и взрывной мышечной активности. Не бойтесь применять такие передачи, рискуйте. Наградой будут 2 очка и аплодисменты зрителей.
Цена длинного первого паса высока. Золото Мюнхена лучший пример этому. Мяч следует посылать почти по прямой. Это позволит выиграть время. Неточность при ее выполнении – это минус 4. Вместо 2 очков в корзину соперника – 2 в свою. Дриблинг – другое средство доставить мяч к корзине соперника. И хотя с помощью передач это обычно сделаешь легче и быстрее, хороший игрок обязан мастерски владеть дриблингом. При дриблинге используйте пальцы с кистью, слегка производя движение предплечьем. Не ударяйте мяч, а толкайте его. Хороший игрок контролирует мяч, не глядя на него. С помощью дриблинга вы сможете обыграть противника один на один, уйдя от него на скорости. Используя финты. Перевод мяча. Или их сочетание. Располагайте тело всегда между мячом и соперником. Тело должно находиться в полусогнутом положении. Время контроля мяча максимально длительным. Сопровождайте мяч от полного распрямления руки до уровня пояса. Контролируйте мяч спереди и несколько справа при ведении правой рукой и наоборот при ведении левой. При обыгрывании соперника с помощью перевода мяча следите за синхронностью работы руки и ноги. Первый шаг в момент смены направления движения должен быть быстрым, широким и позволяющим укрыть мяч от защитника. Синхронный способ – основной при начальном обучении. На более высоких ступенях мастерства старайтесь применить асинхронное сочетание работы рук и ног. Отход от стереотипа позволит запутать защитника. При плотной опеке смело применяйте разворот при ведении. Правильное его исполнение не позволит защитнику выбить мяч, надежно укрытый туловищем нападающего. Без сомнения, бросок – основной наступательный фактор в игре. Он включает в себя различные аспекты мастерства, которые необходимо изучать всем игрокам. Из всего многообразия бросков, применяемых в баскетболе, наиболее характерный бросок из стойки одной рукой и бросок в прыжке. При броске из стойки мяч удерживается пальцами. Касание ладони ухудшит контроль за мячом. Бросающая рука позади мяча. Усилие исходит от согнутых колен и кистевого движения. Небросковая рука работает только при замахе, в броске она не участвует. Распрямление плеча придает броску хорошее скользящее движение без толчков тела. Прицел и основное направление броску придает указательный палец. Локоть бросающей руки
направлен точно на корзину. Мяч должен иметь обратное вращение. Это достигается движением пальцев под мяч или захлестыванием. При броске в прыжке используются те же технические элементы. Нужно научиться контролировать весь прыжок. Помните о сохранении равновесия и не позволяйте своему телу смещаться в стороны. Бросок производится на высоте прыжка. Кисть бросающей руки должна сопровождать мяч как можно дольше, отрываясь в предельной для сопровождения точки мяча. Не пытайтесь прыгать слишком высоко. Нужно, чтобы прыжок был нормальным и удобным для вас. В игре случаются моменты, когда невозможно соблюсти все правила техники броска. Не бойтесь этих ситуаций. Элемент неожиданности часто позволяет обыграть защитника. Баскетбол – это игра, а игра должна доставлять радость. Уважайте правила и соперников. Никогда не сдавайтесь ни в одной игре, но умейте достойно сносить поражение. Всегда демонстрируйте хороший спорт.